Всем привет, это второй анонс 33-го обновления. Работа по статистике монстров и персонажей завершена, и сейчас идет описание модели до оригинальных и улучшенных. Вот, например, как эти два старых дерева, или как две елки, которые будут чуть-чуть впереди. Эта работа в первую очередь предназначена для удобства разработчиков. В ближайшее время на сайте появятся ссылки на модели не только в формате 3D Max, но и в формате FBX, чтобы удобнее было работать в Blender или The Brush. После этого будет описана локация. И начиная с этого момента будет подготовлен деморолик, вместе с которым и будет вестись переписка со всеми теми, кто что-то пообещал нам, но по тем или иным причинам так и не приступил к работе. Возможно, с демо-роликом будет диалог вестись более продуктивно. Ну и, соответственно, чем больше народу вернется к работе, к своим обещаниям, тем больше будет интересных новостей в ближайшее время. На этом все. Пока-пока.